Здравствуйте, уважаемые зрители, вы на канале Дача Супер. Сегодня предлагаю очень вкусный летний манник, воздушный, с ягодами и фруктами. Для приготовления манника мне понадобится стакан кефира, стакан манки, стакан муки, стакан сахара, 3 яйца, 2 столовые ложки крахмала, щепотка соли, чайная ложка разрыхлителя или соды и сезонные фрукты: вишня, смородина, крыжовник, слива. В миске смешать стакан кефира с манной крупой. Перемешать и оставить на час. Минимум на час, можно и дольше, чтобы манка набухла. Прошел час, манка набухла. Теперь можно готовить тесто. В миске взбить яйца с сахаром. Добавить кефир с манкой. Перемешать до однородного состояния. Пока готовится тесто, необходимо включить духовку на 180 градусов, пусть она прогреется. Добавить щепотку соли, чайную ложку разрыхлителя, стакан муки. Перемешать. Тесто готово. Теперь можно заняться ягодами и фруктами. Ягоды у меня смородина и крыжовник. Чистые, помытые и высушенные. Вишня без косточек. Еще у меня есть слива. Я ее так разрежу на дольки. Фрукты и ягоды смешать с крахмалом. Буквально 2 ложки столовые. Чтобы крахмал немножко их так вот обволакивающее такое вот у него свойство. Это нам не и надо. Как замороженные получились. Форму для пирога любую, жаропрочную, разъемную, любая, какая у вас есть. Смазать маслом, на дно выложить часть ягод. Сверху вылить тесто, высыпая оставшиеся ягоды. Вот это настоящий такой ягодный пирожок. Я взяла много ягод, стакан вишни и стакан остальных фруктов. Отправляю в духовку где-то на час. Нужно проверять. Температура духовки 180 градусов. Пирог готов, получился очень красивым, воздушным. Хорошо поднялся, даже вот так отделился от краев формы. Он еще очень горячий, сейчас я его переложу на тарелку. Вот такая летняя ягодная красота, очень хорошо пропекся. Такой внутри красивый. Горячий. Вот такой замечательный рецепт воздушного манника. Приятного аппетита! Спасибо за внимание! Всего доброго! До свидания!